14-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам, между претендентом Максом Эйви и действующим чемпионом мира Александром Александровичем Алехиным. 2 ноября 1935 года. Матч проходил в различных городах Нидерландов. Александр Алэхин сдался на 41-м ходу партии, так как черным грозит мат. Фотография, Александр Алэхин и Макса Эви за партией, во время матча на первенство мира 1935 -го года.